в сторону, чтобы видеть момент удара. И сыграл так, как и должно было сыграть. Рашфорд. Ух ты, как легко обыгрывает защитника. И открывает счет. 39-й номер. Ну как он? Ну что, про Арсенал-то Ван Гаал, может, вспоминал и не зря. Нахальный молодой человек, в хорошем смысле этого слова. Очень нахальный, резвый, такой дерзновенный, я бы сказал. И забил, конечно, очень красиво. А опять несчастного Демичелиса. Ну и пластичный, конечно, да? Очень. Как от стоячего просто ушел. Неплохо, видишь, они даже, да, но на таком расстоянии, удобном для атаки, просто между двумя пошла передача. Такой мастер, как Мата, конечно, ее исполнил. И дальше все. Вот Демичелиса как? А если бы к нему поближе должен был играть сейчас или нет, Бакари Санья? Да это непонятно. Вся оборона Манчестер Сити, просто она под вопросом в настоящее время. Конечно, когда рывок уже сделал Решфорд, что мог сделать Демичелис, который 5 лет назад уже не резким, быстрым? Ты знаешь, тебе последнее время, вот, в матче южноамериканских сборных доводилось работать в десятки раз чаще, чем мне.